Друзья, всем добрый день. Сегодня мы вот в Байройте. Шли сделать небольшую закупку в магазине Lidl. Lidl является одним из самых, ну, недорогих, из более, так сказать, выгодных магазинов в Германии. И хотим обзор на цены вам показать немножко. Так, что тут у нас? Дыньки. 2,79, да? Так, это яблочки. 2,39. Что, яблоки какие-то? Не, может, какие-то эти сладкие маленькие? 32,19. 3 евро 2 килограмма маленьких просто. Так, ну это у нас хлеб здесь. 1,19. 1,99. Ананасы. Ананасы 2 евро. Штук. Что это? Мысли надо нам, да. Ты лимончики будешь брать? Я сейчас выберу, да. Связка лимончиков. Евро 19, да? А вот евро 59. Ну, это от граммов зависит. Так, грибочки у нас 1,65, да? Бананчики евро 29. Эти уже по 2 евро. Хлеб 1,19, тостерный хлеб. Вот такой пакетик. Здесь мясной у нас переходим. Крылышки. Ставь лайки, да, Миля? Это фарш свиной. Пивный. Говяжий. Кетчуп. Вот уже готовый салат. Уже все в нем есть. Дорчики, зелень, какая-то приправка. 3,29. Суши 8,99. Вот такая пачка. Рыбка 2,79. Такая пачечка. 125 грамм. И помнишь, мы такие кушали? Да. Картошки фри. Да, 1,59. Мама сейчас наберет нам колбаски. Какие мы любим колбаски, да? Смотри, палка колбасы. Так, килограммовые. Оу. И тоже мы любим колбасочек по маске. 49. Такая вот тарелочка. Био салями. 1,99. Даже на нее сейчас акция. Вот такая огроменная. Ну, конечно, тонкая. Но, наверное, вкусная. 2,86. Такая 300 грамм. Стоит 2,3 евро. Сыры с плесенью, да? Такой треугольник, черты, такие маленькие. 1,79. И мамин любимый йогурт ты нашла. Да, она вот такой любит, да? Йогус, вот он, 2 евро, да? Молоко. Стой, малышка, молоко, литр молока. Вольфмильх. Вольфмильх. Вот он, да? 3,59%. 99 центов. Так, вот, ребята, в заморозке такие овощи. Такие овощи у нас стоят 3,39. Это мытье для стаканов. Шпильмитр, да? Шпильмитр евро 15. Так, вот оно тоже такие салфетки.
Они 95 центов. Так, ребят, вот памперс, кому интересно. Такой 6-10 килограмм стоит по акции 5,65. Так, вот, ребята, сахар нашел. Сколько у нас килограммовый сахар стоит? Евро 50-49. Био. Био 2,30 яйца. Вот такая пачка. Угу, сколько штук? 18 штук. Да, вот оно. 3,29. О. Масло подсолнечное. 1,59. Это у нас... Так, ребята, тут макароны. Такая пачка 500 грамм. Калинезе. Калинезе у нас 1,79. Тоже акция на них идет. Вот такая пачка макарон. Килограммовая. 2 евро. И вот влезли хорошо. Здесь и вещевые. И сапоги даже у меня есть. Инструменты какие-то. Так, сапоги. Резиновые. С утеплителем. 15 евро, да? Детские. Детские сапожки. О, смотри, как горят. Наступаешь, они горят, да? Они сердечки. 13 евро. Так, ребята, вот стеллаж с помидорчиками нашел. Вот такие помидорчики. 500 грамм, 2,15. Побольше. 650 грамм. Евро 59. Пучок салата. 1,19. Редиска, пучок. 59 центов. Набор. Набор у нас. Это евро 79 акция. Морковка вот такая. 1 килограмм. Евро 49. Картошка. Картошечка у нас. Такая картошка. Сетка стоит 2,89. Вау. Сетка лука стоит 2,59 тоже. А 2 килограмма здесь. Вот школьный портфель. Не нужен. Вот. 50 евро. Вот такой набор карандашей. Всяких. Стоит, вот он, 40 евро. Итак, ребята, мы уже дома наконец-то, у нас уже почти 8 часов вечера. Сейчас будет распаковка и обзор того, что мы купили. Получается, в Лидре у нас чек вышел на почти 150 евро. 149 евро 32 цента. В основном я закупала именно мясную продукцию. В принципе, того, что мы взяли, нам хватит на месяц. Так, и начнем. Но также будут, может быть, товары из Вольворта. Тут я просто все в перемешку. Это вот такую вот штуку я взяла за 3 евро в Вольворте. Поварёшку? Да. Амеля конфетки это тоже было в Вольворте. И вот уже слива. Значит, взяли вот такие две палки колбасы. Дулана XXL. Это и дюшатина, и курятина, да? По 600 грамм. Две палки. Дальше. Дулана. Вот такие вот сосиски. Вот такие вот. Снекис. Дулана сосиски. 350 грамм. Потом взяли вот такую вот пицца. Тесто для пиццы идет уже вместе мит соусом. Мы брали такую в Реве, в принципе, нам понравилось, очень вкусная. Так, вот такие кабаноси Дулана, 300 грамм. Дальше две упаковки больших, вот по 30 штук рыбных палочек. Вот паштетики такие Дулана, еще такие будут, в разных видах я взяла. Вот такой вот кусочек у нас
свинины. Так, здесь 2 килограмма 79 грамм. Вышло на 11 евро 21 цент. Килограмм стоит 5,39. Чисто филе. Да, это чисто филе, вот нарезка. Затем вот такие вот с сыром сосиски Дулана, 500 грамм. Потом вот такие вот наггетсы, здесь килограмм куриных наггетсов. Уже идут вместе тут с карри кетчуп и, по-моему, томатовый, 2 кетчупа. Вот. Затем вот такой вот килограмм куриных уже как бы шницелей, да? Уже нарезанные. У нас дети любят именно курятину. Затем по акции... Ой-ой-ой, вылетел, сейчас подниму. Вот такие 12 упаковок Актимеля, да. Затем еще вот такие вот Дулана сосисочки. Это тоже вот курица и индейка. Затем 2 вот таких вот по 200 грамм лосось. Затем вот так еще Дулана сосиски. Да, дети любят сосиски. Да, вы не думаете, ну и мы сами любим, но и дети, они в основном любят сосиски. Кстати, вот эти Дулана, по-моему, они самые вкусные сосиски, с которых мы пробовали. Дальше взяла также в Лидле килограмм свиного фарша. Это у нас Амеля попросила. 1,5 килограмма. Цена вышла на 5,99 за килограмм 3,99. Это вот ножки. Я их замариную и в духовке можно запечь. Еще куриная грудка. Килограмм. Так, здесь еще немного продуктов у нас. Получается вот такая вот пачка XXL. Фисташек, да, мы очень любим фисташки. Здесь 500 грамм, стоили они 6 евро. Затем моцарелла. 200 грамм, по-моему, да? 250 грамм. Вот еще одни такие паштетики. Затем вот такой вот тоже сыр для пиццы. 250 грамм. Цена такая же, как у моцареллы, по-моему, 2,19. Затем килограмм сливы. Да, килограмм сливы. Так, такие вот решили попробовать макароны. И вот такая вот килограмм тоже большая XXL. Затем взяла вот такие вот, разрыхлитель. 2 риса, мильхрайс, молочный рис по 500 грамм. Здесь еще один паштетик. Затем это у нас мюсли с шоколадом. Здесь 750 грамм. Лимоны. Так. И 2 килограмма сладких яблочек. Они вот такие небольшие. В принципе, очень хорошо. И вот такая упаковка большая, 60 штучек. Это Ариэль. Нам такие удобно брать, потому что мы спускаемся в подвал. И удобнее так, когда уже здесь и порошок, и ополаскиватель, да, все вместе. Поэтому пока мы вот пользуемся только такими. Затем, я как говорила, мы были в Вольверте. Сейчас я вам покажу, что купили. Во-первых, взяли еще один дополнительный такой зонтик за 6 евро. Теперь у нас уже 3 зонтика. Осталось еще один приобрести. Вот такой вот. Мой зонтик. Амелькин зонтик. Да, я взяла себе такую вот
Ну, только такую нашла скалку, да? Не знаю, удобная будет, нет. И вот для коврик, да, для запекания термический стоит 6 евро. И вот такой вот тоже я взяла, как бы коврик, чтобы что-то на нем можно было делать. Здесь 1,5 на 50, да. А потом взяли вот такую вот полочку для обуви. Стоит 12 евро. Габариты, ну, 64, 23, 59, высота для обуви. Они удобно ставить. И здесь кое-что. Так, мочалка. Потом вот такие вот. Тоже 1,5 евро стоят. Это зажимы для пакетиков. Так, вот такой вот ножичек тоже взяла для картошки резать небольшой. Потом мы взяли еще одну вот такую сумку. Тележку. Да, за 30 евро. Вот. Но здесь она у нас уже треснула. Я ее подняла вот так вот. Ну, она такая, конечно, хлюпенькая. И пойдет. И так, что мы, я взяла, значит, по 3 евро. Это вот такая вот, как бы по дому ходить. Туничка, да? Стоимость, вот видите, 3 евро. Ну, это вообще. А затем такая вот тоже футболочка. 3 евро. Так, вот, Сережа. Трусики. Вот такая вот футболочка, 3 евро. Все это по дому я взяла. Затем вот такие, да, вот я в прошлый раз брала такие вот штанишки, они очень удобные, качество почти 95% хлопок. И если я их брала, они тогда были по акции. Этикетка оторвалась, что ли? Это упало. По акции тогда они были по 5 евро, сейчас они в Вольворте за 3 евро. Вот я себе еще один решила взять. И вот такая вот тоже пижамка миленькая. Такие вот шортики с сердечками. И вот такая вот. Майка. Да, тоже стоила, вот видите, 10 евро. Сейчас акция, уже дважды, по-моему, акция, 3 евро. И чуть-чуть покажу я в ДМ. Забегала быстро, он как раз напротив видно. Взяли вот такое мыло жидкое. Краску для волос. Затем два шампуня вот таких больших, по 3 с чем-то, Акс и вот это Эльвиталь. Так. Потом взяла вот такой сахарный скраб попробовать. Это для волос такие интенсивные, типа масочки. Восстанавливающие. И вот такие вот тоже. Вот. Наверное, кто в Германии живет, они, мне кажется, все девушки пользуются, и женщины. Очень классная штука. В РВ они у нас дороже стоят. Я не помню точно, но чуть-чуть дороже. Вот я такие взяла. И у нас только в РВ красные. Вот таких вот нету. Впервые буду пробовать. Ну, вот такая вот закупочка вышла у нас. Получается, повторюсь, то, что да, в принципе, то, что мы мясных изделий взяли, нам, в принципе, этих продуктов хватит на месяц. Мы будем помимо докупаться еще где-то молочки, где-то хлеб, что-то еще там немножко по мелочи надо взять. Вот. Ну и, соответственно, как всегда, нас будет еще выручать тафель. Очень хорошая экономия. 9 сентября мы уже поедем за тафелем. Вот так вот. Будем заканчивать наше видео. Всем, кому понравилась наша закупка, ставим класс. Можете написать комментарий. И кто не подписался, обязательно подписываемся на наш канал. А мы с вами прощаемся. Чус. Всем пока. Чус.